Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному, Христу Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим. Ибо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем? Имя Твое именуем, придите все верные, поклонимся святому Христову воскресению. Себо прииди крестом радость всему миру, всегда благословящий Господа, поем воскресение Его, распять Его претерпев, смертью смерть разруши. Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному, Христу Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим. Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем? Имя Твое именуем, придите все верные, поклонимся святому Христову воскресению. Себо прииди крестом радость всему миру, всегда благословящий Господа, поем воскресение Его, распять Его претерпев, смертью смерть разруши. Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному, Христу Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим. Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем? Имя Твое именуем, придите все верние, поклонимся святому Христову воскресению. Себо прииди крестом радость всему миру, всегда благословящий Господа, поем воскресение Его, распять Его претерпев, смертью смерть разруши. Предвориши утро яже о Марии, и обретши камень отвален от гроба, слышу ход ангела, во свете пресносущем сущего смертами, что ищете яку человека, видите гробные пелены, тецити миру проповедите, яко восста Господь, умертвивый смерть, яко есть Сын Бога, спасающего род человеческий. Аще во гроб снишел еси бессмертне, но адову разрушил еси силу, и воскресл еси яко победитель Христе Боже, женам мироносицам вещавый, радуйтеся, и твоим апостолам миром даруй, мир даруй, падшим подая ей воскресение. Во гробе плотски, в аде же с душею яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был еси Христе, с Отцем и Духом, вся исполняй неописанный. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко живоносец, яко рая краснейший, во истинной чертога всякого царского показася светлейший, Христе, гроб Твой, источник нашего воскресения, и ныне присный во веки веков, аминь. Вышнего освященное божественное селение, радуйся, Тобой дад бододети радость Богородица зовущим, благословена Ты в женах еси, всенепорочная Владычица. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе к живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе к живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Господи милосердный, благослови отца моего духовного Игнатия и отца Якима и всех братьев Барнаульской Потеряевской общины нашего интернет-содружества. Не дай дьяволу никого похитить из руки Твоей, Господи. Даруй каждому рождение свыше и водительству Духом Твоим святым. Хвала Тебе, Господи милосердный. Посети болящих наших Сергия, Антония, Виктора, Татьяну и тех, кто просили о них молиться. Даруй истинное крещение, Лейсан и Риме, дабы они получали имен, истинные имена в книге жизни Твоей и были записаны туда, Господи. Не дай погибнуть Аврааму, Сергию смешаться с миром. Благослови найти работу по сердцу Твоему Роману, Елене, Михаилу. Посети, Господи, находящихся в вузах, тюрьмах, психиатрических темницах, Илью, Владислава, Вара, Глеба, Сергия, Алексея и Дарью, вразуми. Господи милосердный, мы благодарим Тебя за то, что Ты благословил издать книги. Благослови и далее послужить Тебе, Господи милосердный, и всех помогавших благослови, всех участвующих в миссионерских путешествиях и помогавших. Господи милосердный, вечности, воздай милость Твою всем, кто трудился и трудится над моею душою и возрастанием ее в Тебе. Слава Тебе! Всех, Господи, косни сердец правителей мира, и да продлится еще мир на земле. Слава Тебе! Боже, милостив будь ко мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил перед Тобой, Господи, прости меня грешную и помилуй. Господи, прими сию молитву, воздеяние рук, как жертву вечернюю, приятное благоухание пред престолом благодати Твоей. И соедини наши молитвы с молитвами всех святых Твоих, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, прими и исполни молитву всех молящихся нас во благо нам. Прими нашу молитву, Господи, о всех заповедавших нам молиться о них, а не заповедавших, Господи, приведи к себе. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Доброе утро всем. Христос воскрес. Воистину воскрес. Воистину воскрес. Воистину воскрес. Минут 15 почитаем. История церкви, кто хочет.